Около 600 жен и матерей военнослужащих посетили социальную гостиную Тобольска. Напомню, что там оказывают психологическую и правовую помощь, консультируют по мерам социальной поддержки и бытовой помощи. Для решения вопросов привлекаются специалисты различных ведомств нашего города. В неформальной обстановке там помогают снять и эмоциональное напряжение. Добавлю, что гостиная открыта в Центре социального обслуживания населения. Посетить ее можно по графику работы этого учреждения, а также каждую пятницу в Доме культуры «Синтез» с 17 до 19 часов. Всю необходимую информацию можно уточнить по специальному номеру телефона.